Сейчас стало модно все, что связано с СССР. Четверг, не суббота, не воскресенье, но погода теплая, очень теплая. Музей какой-то. Сколько ходила здесь по этой улице, по этой аллее, и даже внимания не обращала. Что за музей? Интересно. Классно. 50 рублей стоит вход. Ничего себе, какая старенькая. Настоящий псалтырь. Вот какие были пристань на реке Псикупс. Первые всякие поселения. Главная улица Михайловская, Ленина. Интересно. Такой уклад жизни был. Картины на стенах. Люлечка. Это еще у богатых, наверное, такие люльки-то были. А на самом деле это просто подвесные качельки. У людей были. Ну, конечно, кресло. Ну, у кого же? Не в простой избе. Зеркало. Да у людей зеркала-то не было. В простых-то хатах. С ума сойти. Трогать. Интересно, оно еще рабочее или нет. Класс. Я такое радио помню. Я его видела в наше время. По-моему, даже у наших родителей такое было. А это все люди погибшие. И теперь наши улицы многие названы ими именами. О, какой чемоданище. Написано немецкий, Германия, 40-е годы 20 века. Ты что, в войну он попал сюда? У моего отца было много таких. Вот она, машинка ЭВМ. Боже мой, что я сейчас увидела? Обалдеть. Самое интересное. Родная речь, книга для чтения. Представляете? 62-й год. И я начинала учиться по таким учебникам. Представляете, какой учебничек был? Тонюсенький. А сейчас я вон у внучки не могу поднять рюкзак. И дети были не дурнее.
Ну, то есть учились не хуже, чем сейчас дети. Да, вот такую мы делали, шили. Прикольно. Но учебники это вообще что-то. Полистать бы их. До сей поры у меня где-то счеты такие есть. Дети не умеют сейчас считать. Мы-то запросто. 1, 2. Такой тушью мы мазали ресницы долго. Наверное, еще в 10 классе. Да, издевательство. Вот так начинали мы писать. Зато чистописание было. И писали же красиво. Чернила. Пенальчик. Вот это вот санаторно-курортная книжка. Почти у каждого человека в советское время такая была. Потому что при заводах и фабриках были свои базы отдыха. Курорты. А вот еще интересная вещь. Шприцы какие были. Неодноразовые. Их кипятили. Да, выхожу из музея. Очень-очень интересно.